За документальность, за непеленное лицо и неровную походку, за мучительный подбор слов, за идею косноязычия, за открытую, а может несчастную концовку, за пространство кино, в котором не происходит ничего, но все возможно. Тильда Суинтон. Стой, уезжай. Я все расскажу Рити, что тут было. Да ты на себя посмотри. Пока я здесь, я не видел, чтобы ты принимал душ. Вот что на самом деле странно. Ты сам-то когда в последний раз на исповеди был? Это знает только мой исповедник. Кстати, честно говоря, ты начинаешь вонять. Выглядишь прямо хуже, чем калека-оборванец. Да ты на себя посмотри. Пока я здесь, я не видел, чтобы ты принимал душ. Вот что на самом деле странно. Я это не делаю, потому что у меня не возникает в этом нужды. Держу пари, ты 100 лет не был женщиной, еще пытаешься меня учить, как с ними вести себя. Может и так. Ну я уж точно знаю, что вся эта ковбойская фигня не нужна ни одной женщине, кроме тех, которые живут на 42-й улице. Вся эта фигня забавляет только педерастов и извращенцев. А как же Джон Уэйн? Может, тоже помнит? Потому что я очень опасен. Я... 7:07. Почему ты не спишь, Женя? Как ты будешь? Дороги. Может, ночью нормально даже спать. Надо же было меня. Хорошо, Рико. Сегодня мы летим в Пермский край. Красить ногти. Да, что-то тебе надо. Я просто пассажир. Я еду в никуда. Я просто пассажир, и мне плевать на то, что знал еще вчера. В моих глазах горит печаль и свет. Я вижу небеса, и светит мне моя звезда. Мы в Перми, которая все точнее метит в культурной столице. В новой культурной столице страны. Яркий пример тому – прогрессив хаус в туалетах. Если это творческая интеллигенция, я лучше буду ебаный губан, а не... О. Ты шампанское? Привет. Ты такой посвежевший, прямо похудевший реально. Нет, я потолстел. Здорово. Если нас не покормят, вот прям вот будем снимать на камеру. Если нас не покормят, я играть не буду. Будешь петь. Даже не пропадала. Кстати, мне кажется, ты же, Жень, ты же говорил, мы во всем черном сегодня выступаем. Да. Мне кажется, отлично, надо в этом и играть. Да, пошли. Да не, мы еще там, у кого-нибудь там возьмем там красок каких-то, там хуй напишем. Тебя он полнит. Сзади. Новости. По итогам вчерашнего выступления наш концерт в воскресенье сняли. Право на мат защитить не удалось. Да, свобода здесь. Пустой звук. А все ходят в майках. Как там? Территория свободы. Территория свободы. Но матом ругаться нельзя. И алкоголя нет. Сейчас за нами такси зато приедет. Лично. Апристусонес, Макар де Феликс, Трипер де Сифилис. Я так понимаю, это какое-то заклинание, разгоняющее людей.
руками машу, бью слёту в душу, пиздец Джорджу Бушу, пиздец Джорджу Бушу. Смотри, заклинание сработало. Представляешь, как хотя бы томным, вы ведете себя как скоты. Какие скоты? Ну а иди, иди, иди к себе ведёшь. Нет, не хотели присоединиться? Нет, не хотят. Вот, короче, у нашего гитариста на члене был вытатуирован человечек. И, соответственно, когда у него хуй вставал, человек становился больше. Вот и эволюция. Так, у вас какой? Какая у вас комната, тебя спрашивают? Я не буду давать показания точно никаких вообще. Давайте, 413-й, Минский, Евгений Сергеевич. 413-й. Блин, не очень удивлен. Дурь, мы мутим дурь у местных сейчас. Ну, как у кого, как не у ментов, дурь покупать, да? Да, потому что у них всегда качественная, хорошая и свежая. Они же отъявленных наркош ловят. Понятно, и берут самое лучшее. Ты что и дело говоришь. Мент родился. Смотрите, я разбудил. Мент разговаривает. А как это называется? Хлеб я подниму. Урозащитник. Блин, твари. Не-не-не, я не отдам. Мы, я это купил за 200 рублей. Не одна сука правозащитника. А давайте в футбол играть. Твою мать. Ёбаные правозащитники. Маша, отними все. На кого работает Лина? Дело в том, что все спрашивают, значит, да, мы тоже да, нам все куча народу подходит, говорит, почему вы не играете, хотя заявлено. Ну, публика, фанаты. Да, все пришли сегодня. Я не знаю, что сказать вообще. Как-то вы меня так поймали. Ну так, интересно, да. Вы же нас позвали, ну вот интересно, да. Почему? Неправильно вы делаете. Мы очень... Неправильно делаете. Что делаем неправильно? Это не я вас сегодня не поставил. А кто? Откуда я знаю? Руководство. Хорошо, спасибо за комментарий. Да, да хуя комментариев. Вот и злые какие-то. Ну ладно, а в чем мы злые? Мы же по-доброму. Не-не, это не добрые шутки. А в чем шутка-то? Шутка в чем? Мы на что он сейчас делаем? Я вас снимаю. А у нас сериал выходит. Мы берем снимаем... комментарий. Сериал выходит о нас. Мы снимаем, в принципе, все, что на сцене происходит. Абсолютно. Я же признался в любви к вам. Да, мы слышали, поэтому были удивлены. Нам сказали, что вы виновник. Мы хотели вас напрямую спросить. Ну ладно. Спасибо. Окей, мы вам верим. Спасибо. Ты, Маша. Колорама очень круто. Никогда не видел ничего подобного в Москве. Один раз организовал нечто подобное. Называлось рок-фестиваль международной амнистии. Все перепились, все было ужасно. А ярмарка и лицемерие вам не кажется данное мероприятие? Смотря с чем сравнивать. Маш, а давайте я вам покажу 50 по московским меркам. Зачем нам такое? Маленькая доза. Мы на саундчеке Чусово. Как я вам сказала, мама... Мы на саундчеке в палатке. Я мама? А год назад мы это просто не рассказывали. После саундчека подошел дед. Очень злой. Говорит, что же за концерт у вас такой хуевый? Ни одной песни целиком не сыграли. Не, он говорит, это, идите нахуй, репетируйте дома, блядь. А, вообще? Да, мы, конечно, скучные задроты. Этот фестиваль посвящен жертвам политических репрессий. А так как мы тоже своего рода жертвы, и нас тоже пытались репрессировать, то это наш фестиваль. Не обращайте внимания, он обдолбан и пьян. Он несет всякий бред всегда. Вот гитарист. Путин наш президент, пилорама наш фестиваль. Барто. Так проходит. Мимо, причем. Черные братья, идите нахуй. Чурки, понаехали нахуй. Их, давайте домой все. Пермь резиновая. Себе, в Африку. Чурки чага.
Чурка-чанга.